преодолеть огневые рубежи и показать свою силу. Балаковские школьники сегодня состязались на общегородской спартакиаде по прикладным видам спорта. В командах не только парни, но и девчонки. Значит, сегодня мы проводим очередную спартакиаду на приз директора губернаторского техникума. Школы откликнулись на наше приглашение, привели своих детей. Дети приехали подготовлены хорошо физически. Вот на некоторых этапах за ними наблюдают довольно-таки приличные, хорошие, высокие результаты. Значит, всего у нас 8 этапов. Это и стрельба в электронном тире, и метание с гранаты, и поражение цели метательным оружием. Это и снайпер баскетбола, и комбинированный эстафет. В общем, много всего, то, что дети где могут себя показать. Кто-то метает дротики в дартс, а на спартакиаде решили усложнить задачу. Вместо них участникам предложили покидать сюрикены. Берем поближе, вот где пошире, да? Вот так вот, вот. Видите, да? Все, и кидаем мишень. Понятно, да? Сами ребята к состязаниям практически не готовились. Не было необходимости, потому что на уроках физкультуры им преподают все, что может пригодиться. В физкультуре подготавливались, прыжки в длину были, бегали, челночный бег, подтягивались. Все, что надо было, то что могли делать на физкультуре, то и делали.